Данные дома в 35-м комплексе находятся напротив поселка Чылый-Яр. По словам местных жителей, они уже не первую весну наблюдают за пожарами сухостоя. Трава в этом месте горела несколько дней назад. Масштабы могли быть и больше, говорят челнинцы. Пожарные вовремя потушили. Оттуда шли, видели. Потом домой зашли. На первом этаже живем, в том доме, в крайнем. Горело будка автомата там стоит, вот до нее вот загорело все. Потом пожарные приехали. Она ведь не здесь только гореть будет, везде. Я же говорю, вот газ, пожалуйста. А там сколько машин, не могли еще пожарники, потому что я из балкона смотрела. Все это. Там страшно было, страшно было. Причины горения травы могут быть разными. Неосторожное обращение с огнем, целенаправленные действия, детская шалость и другие. Некоторые считают, что зола после горения служит удобрением. Однако она не проникает в почву, а остается на поверхности земли, отмечают специалисты. Кроме того, из-за горения травы страдают животные и растения. Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки. Тем молодые только начинают прорастать растения, путем пожара уничтожается, сгорает, фактически выжигается все молодые почки. Гибель полезных микроорганизмов, конечно, происходит. Насекомых, червей, личинок насекомых, мелких млекопитающих, гнездовья страдают от этого. Фактически яйца сгорают, гнезда птиц. Кроме того, сжигать мусор и прошлогоднюю листву не советуют и сотрудники МЧС. А если и делать это, то только в специально отведенном месте. На садовом участке это может быть яма или металлическая бочка. При этом необходимо учесть расстояние до построек. Но это не распространяется на особо противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Также запрещено использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров. За нарушение можно получить штраф до 20 тысяч рублей, предупреждают в МЧС. Особый противопожарный режим в Челнах будет действовать с 17 апреля по 10 мая. Христина Балабанова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.